Международный конкурс «Лучшая русская школа за рубежом». Это мероприятие, которое проводится для того, чтобы выявить, поддержать и поощрить профессиональные и творческие способности педагогических коллективов и учителей, участвующих в продвижении передовых методик обучения на русском языке и его изучения за границей. Чтобы стать участником конкурса, необходимо зарегистрироваться. Для этого перейдите на сайт, выберите номинацию, которая подходит вам, затем нажмите кнопку «Зарегистрироваться». После перехода на новую страницу нажмите на кнопку «Записаться сейчас». В открывшемся окне укажите свои контактные данные, адрес электронной почты, фамилию, имя и отчество. Прежде чем нажать кнопку «Записаться», не забудьте поставить отметку в поле, подтверждающим ваше согласие на обработку персональных данных. После того, как вы зарегистрируетесь для участия в конкурсе, вы сможете ознакомиться с его условиями. Также необходимо будет заполнить анкету, заявку на участие в конкурсе и дать согласие на обработку данных. Заявку и согласие нужно будет скачать и распечатать. При заполнении документов необходимо указать фамилию и имя, название учебного предмета, наименование образовательной организации, дату заполнения документа и поставить подпись. После заполнения данных отсканируйте документ и прикрепите электронную версию в специальное окно ниже. Присоединяйтесь к международному конкурсу «Лучшая русская школа за рубежом».